религиозная ситуация в нашей области стабильной. Ведется комплексная работа. Комплексная работа. Что сюда входит? Это, конечно, информационно-разъяснительная работа. Как мы говорим, в узких целевых группах. Информационно-разъяснительную работу ведут у нас 16 информационно-разъяснительных групп. В том числе одна областная специализированная ЕРГ, в состав которой входит 6 квалифицированных теологов. 13 – это в районах, одна областная и одна городская. Акцент мы делаем, конечно, на соцсети, на интернет, потому что это наиболее сейчас такое воздействие, наверное, на молодежь, воздействие на подрастающее наше поколение, идет опасность именно с интернета. Поэтому усиленно эта работа ведется вот всеми уполномоченными органами, можно сказать, и управлением по делам религии, и отделом анализа и развития межконфессиональных отношений, и филиалом ДУНК. Если на начало 2021 года у нас было порядка 3000 человек, которые вот были подписаны на те или иные экстремистские сайты, то сейчас это количество на начало этого года было 1770. Мы находим этого человека, пишем ему электронное письмо, просим вас отписаться от этой группы. Бывает так, что человек попал, может, еще в школьные годы, в студенческие годы, а сейчас этот человек занимает даже какое-то хорошее положение, где-то работает, достойная работа у него. И он даже забыл о том, что когда-то по молодости, по глупости он записался, вошел в эту группу, в этот аккаунт, и просто забыл из нее выйти. Поэтому мы предлагаем отписаться. Отписываются, большинство в основном отписываются. Есть небольшая такая, можно сказать, нехватка – это теологов, священнослужителей в областном филиале. Есть, но над этим мы работаем. Мы выезжали, заключали меморандум совместно с бас-имамом в Нурмубарак, с руководством Нурмубарака. У нас есть студенты, на которых мы делаем ставку, что они вернутся к нам и будут в регионе работать.